Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Данное видео сегодня будет о рыцарях и ифритах. Многие попросили сделать такую атаку, но есть один минус. Рыцари у меня не прокачаны на пределе, и ифриты у меня тоже не прокачаны, только 15 уровень. Давайте посмотрим, как получится. По поводу... Меня тоже задавали вопрос, как же добыть руду эту драконью. Поговорим мы попозже о ней. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут получится. У меня получается 252 рыцаря и 8 ифритов. Дополнительное от братства я еще пока не брал. Давайте поищем и более слабее, потому что у меня не прокачаны еще. Но обязательно нужно найти бот. Так, это пропустим. Есть бот. Да, друзья, и самое главное, не забывайте смотреть. Ага, вышел я на арену. А не нанял? Не нанял. Давайте мы возьмем заклинание новое. Без нового заклинания, конечно, друзья, это не очень так эффективно будет. Если нанимать как же по стандарту это все. Ну, это будет не очень эффективно, потому что есть многие боты такие, более прокачанные. То есть, именно забор у них хороший. Давайте посмотрим. Так, ну что, давайте пока там будем искать, она наймется. Так, снимаем атаку. Ну, если разбирать вот на таком городе, здесь тоже, друзья, обращайте внимание, как у него прокачаны сами здания. Вот смотрите, как у него все тут прокачано. На такой город. Ну, мы попытаемся и на такой город тоже. Но тут, видите, мало ресурсов. Нужно хотя бы найти 2 миллиона, и чтобы где-то, ну, 82 было. Вот такой хороший. Если попробовать так... Ага, и опять в минус ушло. Так. И всегда обращайте внимание, сколько у него вот этих статуй из турнира. Тоже мало. На стандартные города уже нет смысла нападать. Ну вот на такие города вы можете нападать только ради бонуса. И как я и говорил в предыдущем видеоролике, что разбивайте, самое главное дойти до замка и хотя бы... Ну и кто не сможет на 71%, разбивайте, ну, на 61%, на 60%. Так, что-то в бонус уходит. Так, ну давай, останься, останься. Отлично, вот есть. Давайте попробуем на такой. Первое, что нужно сделать, обращайте внимание, где стоит пирамида. И обращайте внимание, сколько рядов забора. Считаем здесь. Раз, два, три. И вот четвертый. Видите, он здесь новый поставил. Значит, мы сюда не будем нападать. Попробуем напасть с этой стороны. И золотишко у него здесь. Не старайтесь разбивать на 100%. Также мы будем, наверное, использовать и героев. И вот разбивайте там, где стоит зиккурат. Обязательно. Так разобьем. Сделаем проход. Здесь один удар. Ну и, наверное, здесь. Вот так. Есть, конечно, у меня дополнительные, но мы их не будем использовать. Будем работать по стандарту. Так, ну что, давайте попробуем. Это моя первая атака, так что не судите строго. Так, вот эту надо сбить сначала. Запускайте не всех сразу, а постепенно. Потом пару вот так ифритов ставите. Не выпускайте всех их. Видите, пирамида еще не сработала на рыцаре. Вот пошла она.
Так, запустим геройчика одного, пушкарика. И посмотрим, сможем мы добраться или не сможем. Так. Запустим героя. Там можно было бы героев его не обязательно на 100, как я и говорил, пробивать. Нам главное 71%. Так, опять я нажал сюда нечаянно. Ну, смотрите, рыцари проходят. Проходят, неплохо проходят. Так, сбили. Сейчас посмотрим. Может быть, если доберутся... Вот если бы снесли вот этот шпиль... Остался один зиккурат. Бонус мы уже получим хороший. Так, что у нас есть тут по героям? Две крылатые, не хочется их использовать. Так, шпиль снесли. Если бы вот этот шпиль снесли, было бы, конечно, прикольно. Можно было бы доработать. Давайте попробуем уже уничтожим. Посмотрим, если мы его сможем снести. Ну давай, давай. Отлично. Ну и добиваем уже крылатый. Герои, конечно, это хорошо. Отлично даже. Зиккурат, я не думаю, что справится с крылатой, но все возможно. Да, уже добивает ее. Ну, как вам сказать. Более-менее с таким забором справились практически рыцари. Я не говорю там про героев. Не успели мы, конечно. Осталось 150. Ну, в принципе, мне так атака нравится. Можно попробовать, надо будет протестировать полностью на нескольких городах 96%. Ну и говорю, что не обязательно надо было пробивать, но я все-таки хотел добраться до той казны. Так, итого у нас здесь почти 2 ляма и здесь почти лям. 2 ляма тоже. Ну что я вам скажу, если прокачать эфритов еще чуть-чуть, ифриты именно работают на добивку. Помогают рыцарями. Так, еще один осколок есть. Это для пушкаря. Так, у нас там 10 миллионов. Давайте мы быстренько наймем. Наверное, мы поставим бомбочку. На 9 уровень. 8. Вот так поставим. Нормально будет. И также мы наймем обратно. Мне вроде ничего так понравилось. Так. Отлично. Вроде бы неплохой. Так, ну что, мне подписчики писали, как же все-таки добыть эту руду. Давайте мы зайдем в братство. Так, заберем еще заклинание. Так, соберем. Как всегда, он будет тупить. Сейчас попробуем мы сделать вот так, чтобы он появился. Не знаю, почему разработчики еще до сих пор не наладили это все. Сколько раз не заходишь, берешь этот подарок и ничего не получается. Ну ладно, пока он там будет крутиться, давайте мы зайдем... Куда мы зайдем? Вот сюда мы зайдем. Или не сюда мы зайдем. Вот сюда мы зайдем. Артефакты. Чтобы получить эти яйца дракония, руду эту, заходим в ресурсные и обращайте внимание. Это все, друзья, братские. Вот, наконец-то появился. Давайте, давайте посмотрим, сколько заодно приносит мне. Я говорил, что в прошлом видео около 100 штук. Где-то получается вот ровно 100 штук.
Если так, в общем, посчитать, получается 100. Ну и вот приходит вот такая руна. Руна от братства. Также вы там прокачиваете обеликсы эти. Вот. У меня сейчас не приходит это. Это все, друзья, приходит от братства. И вы их должны прокачивать. Как вы только прокачаете там на один, на предел, вам будет приходить эта руда. Ну и потом заходите в магазин. И видите, уже накапливается. Ну вот, как я и говорил, что 100 штук мне приходит. Обязательно, друзья, прокачивайте вот этот. Этот в первую очередь прокачивайте, потому что это для бастиона идет. Вам будет больше приносить там бонус. Но это на арене то, что вы будете улучшать эти камни, кристаллы эти. Это, конечно, у нас идет для героев. Но это для рабочих. Если там уж что-то поставили, друзья, вам стройка, короче, будет идти быстрее. Так, ну, в принципе, мне такая атака более-менее понравилась. Это пирамида, так что уже можно ее не бояться атаковать рыцарями. Ну и, конечно, там добавляйте уже, если у кого есть герои, запускайте героев. Наверное, еще пару тестов я буду делать. Посмотрим, как она будет. Ну, в принципе, нормально. Для бонуса отлично. И песочек добывается, и золотишко. Ну, в принципе, нормально. И по поводу, друзья, я же говорил еще раз, по поводу маны. Приглашайте, друзья. Чем больше вы приглашаете, тем лучше. Многие задают вопросов, откуда вот столько я набрал. Я уже тоже много раз говорил, вот такую ману мне приносят от братства. Это у нас получается... Заходим мы сюда. И вот смотрите, 25 уровень. Вы должны участвовать в состязаниях. Эти кубки набивать. Если вы побеждаете, вам, соответственно, повышается уровень тут. И потом смотрите, сколько мне бонус будет приходить на 25 уровне. 224 и 336. Бывает 224 и бывает вот такой максимальный. Так что так вот, друзья. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.